Пока в России полным ходом идет молодежная форумная кампания, наш округ тоже не остался в стороне и провел на территории села Тельвиска форум народной культуры «Тельвиска-арт». 8 лет подряд он собирает ребят из разных муниципалитетов округа для изучения основ народной культуры для дальнейшего творческого и профессионального роста. В работе форума приняли участие ребята из поселка Нельминос, Оксина, Харуты, Тельвиски, Харивера, Коткина, Великовисочного и Нарьинмара, с которыми 10 дней занимались столичные преподаватели. В программе самые разнообразные дисциплины. Мастер-классы от ведущих специалистов по фольклору, по народному творчеству очень сложно. И к нам ребята приезжают, не могут себе приехать, потому что что-то должно быть внутри у ребят такое, чтобы они вот горели тем, что же, чем же цвело. Народные танцы, частушки, пословицы, хороводы, народные игры, масса всего. Они учатся на балалайке, гусли, на гармошке, ложке, трещотки, много что есть у них. Ребята сдружились, общаются, поэтому я очень рада, что у нас живет, процветает. Был этнографический, потом уже стал региональный, был такой лагерь, потом стали форум. То есть мы меняем форму, но не отходим от того, что мы хотели вложить в этих детей. Среди ребят и постоянные участники. Для Антона Притыка этот форум уже 4-й по счету. С каждым годом его творческий потенциал и мастерство заметно растет. Первый мой раз был, это чисто народное направление. Поскольку я уже играл в лошкарях в ансамбле, мне было это очень интересно, узнать народные песни, пляски, как это все проходило. На следующий год приехал другой руководитель, и мы начали заниматься плотно театром, именно актерской игрой, и вся постановка была, и, по большей части, на этом. А в этот раз же добавили современную хореографию, тем самым вообще изменив как-то полностью форум, то есть для нас это было неожиданно, вообще никак. Не знаю, это очень интересно, и мы даже без устали можем заниматься хоть целый день, именно вот этим, Итоговым мероприятием форума стали гастроли участников в поселок Красное и окружную столицу, где в том числе в день образования округа они провели концертно-игровую программу «Вечера у Печоры». Примечательно, что самым значимым результатом многолетней работы форума является поступление участников разных лет в образовательные учреждения культуры, после чего молодые профессионалы возвращаются обратно в родной округ. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».